Всем привет! В этом видео я покажу очень простые и быстрые дизайны по мокрому с помощью акварельных гель-лаков фирмы Naomi. Сначала нужно нанести белый гель-лак и просушить в лампе. Затем наносим слой специальной белой базы. Теперь я ставлю точку и вытягиваю из нее хвостик. Из таких элементов делаю подобие веточки. Рисую сейчас гель-лаком под номером А01. Гель-лак уже начинает расплываться. Рисовать лучше быстро, чтобы элементы расплывались примерно одинаково. Теперь жду, пока гель-лак расплывется как мне нужно, и отправляю в лампу. Снизу нанесу еще базу, не затрагивая верхний элемент. И рисую такую же веточку, только в обратном направлении. Сушу в лампе. Затем перекрываю топом и снова сушу. Теперь нужно снять липкий слой с топа и можно придать очертания элементам с помощью белой гель-краски без липкого слоя. В конце сушу в лампе, первый дизайн готов. Вторым буду рисовать цветочек. Точно так же наношу для него белую базу. Затем по центру ставлю большую каплю оттенка А06 и вытягиваю из нее линии. А затем между этими линиями протягиваю небольшие капли в обратном направлении. Сушу. Перекрываю топом, еще раз сушу и рисую лепестки гель-краской. В центре цветка ставлю точки. Сушу, и второй дизайн готов. Если вам понравилась идея с такими дизайнами, то поставьте лайк этому видео. С вами была Настя. До новых встреч!